К реализации программы переселения граждан из аварийного жилья необходимо отнестись со всей ответственностью. К этому призвал собравшихся председатель правительства Дагестана Артем Сдунов на заседании по этому вопросу. Ситуацию в Махачкале доложил в РИО главы города Абусупьян Гасанов. В частности, он сообщил, что все дома для переселения подключены к сетям водоснабжения и канализации, переданы на обслуживание Махачкала водоканал. Кроме того, котельные включены в муниципальную собственность. Что касается электроснабжения, по всем домам аннулированы старые технические условия и получены новые. В итоге премьер-министр поручил определить все проблемные вопросы, касающиеся муниципалитетов, и обозначить сроки, в течение которых они должны быть решены.